ребенка. Александр Ванюдин в этом заезде приехал вторым, прямо за Евгением Бобрышевым. Михайлов так и не смог его объехать. Борьба была интересной, можно сказать, жестокой местами. Шурик, расскажи, пожалуйста, вот в первом заезде ты как-то ехал, ну, прямо скажем, вяло, да? Сейчас вот у тебя так получилось. Я оба ехал заезда вяло, у меня сезон начался вообще как-то не очень хорошо. Когда уехали в Голландию на сборы, я там через 3 тренировки получил травму, такую довольно-таки болезненную, вот. И 3,5 недели не ездил. Приехал в Орленок, проехал 2 тренировки, проехал первый этап чемпионата Европы, и после него сразу же заболел. Вот сейчас для меня это самая тяжелейшая гонка вообще, бывает нереально тяжелая, потому что проехав 2 первых круга, 3, я уже не знал, что делать дальше, у меня не было ни сил, ни энергии. Перед вторым заездом померил температуру, у меня там было 37,5. Я просто как вареная тряпка. Из последних сил держался за руль. Не мог встать уже, сидя полтрассы ехал. Ну, кое-как держал, вообще не знаю уже. Ни энергии, ничего не было, ни стимула никакого. Так, ехал. Все равно, чем ценнее это второе место. Бобрышев мне помог, когда обогнал, показал мне дорожки, некоторые траектории, да, я за ним проехал. И поэтому концовка чуть легче далась. Вначале, после 3 кругов, я когда проехал 3 круга, я ехал первым, и я не знал, что мне делать. У меня все уже, я уже умер, все. Было очень тяжело. Где-то нашел силы, доехал. Вообще не знаю, это же как. Просто нереально тяжело было. Молодец, мы тебя поздравляем. Спасибо. Следующий этап у вас когда? Следующий этап уже в выходные в Коврове, и вот... Я даже не знаю, как мне вылечиться, блин. Тебе надо активно лечиться, выздоравливать. Активно надо к доктору какие-нибудь уколы сделать. У меня насморк, уши закладывает. Кашляю, голова болит, бронхи. Как, я вообще как расклеился весь, не знаю. Как старая фанера. Ладно, выздоравливаем, тебя поздравляю. Спасибо тебе за такой красивый заезд. Спасибо. Я устал.